Пришла пора весело и занимательно провести несколько минут. Потому что в эфире рубрика «Трали-вали». Коллеги, можно я сегодня покажу новую игру? Прошу вас, коллега. По-научному эта игра называется «Новое назначение предметов» или просто «Фантазеры». Нам понадобится любой предмет, который первым попадется на глаза. Я беру в руки вот этот фломастер и придумываю для него новое назначение. Это не фломастер, а космическая ракета. Поняла. И мы должны придумать для фломастера новую роль. Это вовсе не космическая ракета, а маленькая кукла. Какая же это кукла? Это шикарные карабаса-барабасовские усы. Мне кажется, это не усы, а длинный буратинский нос. Нет, это не нос. Это обычная ложка. Дайте-ка подумать. А вот думать, коллега, в этой игре как раз и некогда. Тот, кто задумается, тот и проиграл. А проигравшим мы назначаем суровое наказание. Да никакая это не сережка. Это стебелек от цветка.